Юрий Карлович Олеша приходил к отцу утром. Они разговаривали, а я подслушивал в другой комнате. О чем они разговаривали? Об Одессе. Но это была не эта скоморошья Одесса из анекдотов. Это была пушкинская Одесса. Там был памятник Дюку, там была эта знаменитая лестница, снятая Эйзенштейном. Там был этот оперный театр пушкинский. Уже темнеет вечер синий, пора нам в оперу скорей. Там упоительный Россиний, Европы баловень Орфей, не внямля критики суровой, он вечно тот же, вечно новый. Они все время читали стихи, иногда прерывая их латинскими изречениями, которые меня особенно злили, потому что я их не понимал, но что делать, они были выпускники знаменитого Ришельевского лицея, Ришельевской гимназии, а я был ученик начальных классов московской школы, которая, как известно, называется средней. И вот там это были обрывки стихов. Самое ужасное для них, что я их иногда записывал. Там я впервые услышал о Гумилеве: «Замученный мир, малярии горел, Прибалтики снежный покров, оттаивал кровью, когда на расстрел пошел Гумилев». Кто написал, до сих пор не знаю. Еще какое-то четверостишее я тебе расскажу о таких дураках, что судьбу человечества держат в руках. Я тебе расскажу о таких подлецах, что уходят в историю в белых венцах. И также, по-моему, он же уходил тогда, он заговорил о Хлебникове. Причем заговорил, по-моему, со слов Маяковского. И вот этот его рассказ о Хлебникове, он меня тогда совершенно потряс. Оказалось, что вот жил поэт Хлебников. Причем это был такой поэт поэтов. Он носил где-то, по-моему, на юге, вместо одежды у него был мешок. Там была прорезь для головы. А другой мешок он все время наполнял стихами. Он ездил с этим мешком, со стихами по поездам, по этим тифозным поездам, на которые нападали банды. И он терял этот самый мешок и потом вновь наполнял стихами. Однажды он пошел за какой-то вороной где-то на юге и пришел в какую-то больницу и всех лечил. Он был безбытен и прекрасен. Он жил как Диоген, как должен жить поэт. Еще он замечательно сказал, что он никогда не выступал. Он именно читал стихи. И в середине чтения стихов его собственных ему стихи могли перестать нравиться, и тогда он махал рукой и просто уходил. Или читал великолепно. И больше всего меня поразило, что он был как бы сродни Нострадамусу. Потому что вот где-то на юге, в Баку, где его звали Урус Дервиш, русский пророк, потому что он там все время что-то чертил на песке, а чертил он формулы, в которые он заключил все будущее и прошлое мира. И вот эти формулы он привез в Москву и то ли потерял, то ли умер. Я тогда не помню, чем это все кончилось, но мне это было безумно интересно. Я все время об этом вспоминал. И через несколько лет мне пришлось об этом вспомнить. Меня готовили посетить поэта Сергея Митрофановича Городецкого. Я до этого был уверен, что Сергей Митрофанович – это просто знакомец семьи. Но оказалось, Сергей Митрофанович – личность высшей степени историческая. Мне показали, правда, очень тайно фотографию, на которой был изображен Сергей Митрофанович с Гумилевым. Потом показали явно фотографии, где Сергей Митрофанович был с Блоком. Потом Сергей Митрофанович был с таким парубком, который был с гармошкой. Парубок оказался Есенин, которого и ввел в литературу Сергей Митрофанович. Сергей Митрофанович был с Бальмонтом. Сергей Митрофанович был всюду. Мне было велено выучить стихи о посещении Гумилевым поэта Анинского, который я должен был и прочесть, придя к Сергею Митрофановичу. Стихи я выучил, и напутствуемой фразой латинского изречения «Так проходит мирская слава» Сергея Митрофановича, я был к нему отправлен. Впоследствии я узнал, что это все было правда. Вот этот восхитительный, этот пьянящий, этот сводящий нас с ума сейчас серебряный век
в обойме самых знаменитых поэтов этого века, и было имя Городецкого. Причем трагическое имя, он уже, его первый сборник, ему было там, наверное, меньше 20, чуть больше 20. И он сразу, он проснулся знаменитым, самые разные поэты, там Вячеслав Иванов, Блок. Это не просто восторг, это был шок от этого сборника. Он был самым знаменитым и, наверное, последним знаменитым его сборником. Но этого хватило. Не было модного журнала, там, «Золотой Руно» и так далее, которые не боролись бы, чтобы там было имя Сергея Митрофановича. Я долго думал, почему, как это все, откуда это все, откуда был этот сумасшедший успех. И что значил этот сумасшедший успех? И потом я узнал, что связан он был с моментом очень таинственным в жизни этого Серебряного века. Оказывается, в начале века было провозглашено Мережковским некое второе хождение в народ. Оказалось, что страшно далеки они от народа. И они захотели с этим народом соединиться. Но что же оказалось им мешало? Мешало им, это может быть только у людей, так достигшей такой высоты культуры, оказалось, им мешала высота их культуры. Оказалось, вот эта культура мешала слушать подземный звук стихии, все эти машины, все это мешало. Блок высказал это необычайно поэтично. Вот когда освободиться от этой культуры, то все двинется. Озера выйдут из берегов, церкви эти воплощенные Богородицы пойдут по холмам. Ну, надо освободиться и пойти в народ. Гершензон выразил это более четко. Он сказал, что культура – это вот такие рога доисторического оленя, от величины которых этот род вымер. Надо их сбросить. И попытались сбросить, и ушли в народ. Ушел в народ такой поэт Добролюбов, ныне абсолютно неизвестный, а тогда подававший огромные надежды. Поэт Семенов, это все поэты-символисты, ушли и растворились в народе. Более того, Добролюбов этот самый стал вождем одной из хлыстовских сект, потому что оказалось, что все это не случайно он стал, что Мережковский, вот размышляя о том, как соединиться с народом, сказал удивительную формулу и мысль, что проще всего соединиться с ним через вот эти секты. Почему? Потому что там, внутри этих сект, душа народная. Там простодушное народное православие, далекое от этой официальной церкви. Там эта душа раскрывается. И началось повальное было увлечение сектами. Это очень интересное увлечение. Например, сам Мережковский и Гиппиус живут в хлыстовской секте. В хлыстовскую секту, то бишь корабль, так она называлась, так назывались хлыстовские секты, отправляется Розанов. О хлыстах пишет целые поэмы Бальмонт. Хлысты вы найдете у Пришвина, повесть. Блок записывает в своем дневнике о том, как он посетил хлыстов. Огромный успех Распутина отчасти связан с тем, что был этот слух, что он из этой таинственной, удивительной, законспирированной секты хлыстов. И невероятный успех поэта Клюева, крестьянского, пришедшего в Петербург. Потому что Клюев придумывает себе эту биографию о том, как он с хлыстами странничал, ходил по России. Да что все эти люди? У хлыстов оказались поклонники куда интереснее. В 1903 году на втором съезде РСДРП, вот в этом самом амбаре под Брюсселем, среди многих сообщений, во время этого съезда, где родился большевизм, Владимир Ильич Ленин сделал одно удивительное сообщение о сектах, в частности, о хлыстах. Он сказал, что это самая сильная, самая массовая, глубоко законспирированная секта, потому что хлысты и секты из-за их нетерпимости и ненависти к правительству и к официальной церкви были объявлены резервом революционного движения. Причем его описание вот этих хлыстовских пророков, их влияние на масс, их умение заражать массы, их вот эта
подчиненность сект дисциплине, это просто напоминало рассказ о большевистских вождях. Но самое интересное, что Ленин озвучил здесь совсем чужие слова, потому что этот доклад написал ему большевик-подпольщик. Его фамилия была Бонч-Бруевич, в будущем он будет управляющий делами совнаркома. А тогда имя его гремело как специалиста по сектантству. Вырубова и царица просили у него заключение о Распутине, потому что среди главных поклонников Распутина был Бонч-Бруевич. Вот интересно, почему, откуда вот эта одержимость этой странной сектой? Ну, у Ленина понятно, у большевиков, потому что, строя большевистскую партию, как законспирированную организацию, которая резко подчинялась вождям, там опыт Хлыстов был важен. Здесь ясно. А вот там дело интереснее, дело интереснее. Ну, кроме вот этой загадочной эротики хлыстовских сект, вот этих родений, во время которых, во время этого кружения, которое называлось у них духовным пивом, и во время которого и совершался этот будто бы свальный грех, причем не во всех сектах, но это было, там была еще одна вещь. Это была мистическая идея. Это была идея о человека-боге, о том, что вот этими постами, этой аскезой, этим самосовершенствованием можно воспитать в себе внутри Христа. Более того, через этот путь самосовершенствования можно стать Христом. И вот эти Христы и управляли сектами, и им абсолютно подчинялась вот вся эта сектантская община. И вот Свинтицкий, это имя сейчас абсолютно неизвестное, но тогда один из опасных властителей дум писал: от нас скрыли, нам объяснили, что мы маленькие, мы большие. Человек так же велик, как божество, он может стать богочеловеком. И вот это странное такое эхо формулы «человек» это звучит гордо вот здесь, оно завораживало. И было одной из могущественных идей и самых опасных идей внутри этого времени. И оно очень сильно отразится во время и после революции. И чем может закончиться эта гордая идея, предсказал уже тогда поэт Семенов, этот революционер и хлыст. «Я человечество люблю, кого люблю, того сгублю. Я братьев ядом напою, я заражу их диким бредом и буду грозен и велик, когда ни мне, ни им, ни ведом в них исказится Бога лик». И вот думаю уже о Сергее Митрофановиче Городецком, что он сделал. Он дал еще один виток мистике, еще один виток вот этой странной теме. Он вызвал к жизни языческую Русь. Его первый сборник «Ярь» – это сборник о языческой Руси. Там вот это дерево, деревянный перун, облитый кровью невинных девушек, который становится богом. Там Ярила, этот странный бог, который рожден в горнице малой у бабы Беспалой. Эта изба этой бабы наполнена незаконными какими-то странными детьми, которые там копошатся от всех этих странников, которые проходят через эту избу, и он все становится сильнее и мощнее, он богатырь, он огромный. Он воскресил этот языческий мир. Вот то, что у Блока там ведуны с ворожеями чаруют злаки на полях, и ведьмы тешатся с чертями в дорожных снеговых столбах. И вся эта мистика этой ушедшей языческой Руси, она воскресла, и отсюда был этот успех. Вот таков был человек, к которому я шел. Он жил на Красной площади в палатах. И когда я шел, то по дороге я и повторял эти стихи, которые я ему должен был прочесть. Я помню день, я робкой, торопливой входил в высокий кабинет, где ждал меня с улыбкой учтивой слегка сидеющий поэт. У в сумрак отступающие вещи и еле слышные духи, и этот голос звонкий, зловещий, уже читающий стихи. Ничего этого мне прочесть не удалось. Я пришел,
Он встретил меня в халате, он был невероятно весел и, по-моему, немножко даже пьян. Он взял мою руку и сказал: «Сколько сундуков у Пушкина в скупом рыцаре открывает скупой рыцарь?» Я не знал. Он оттолкнул меня и начал очень тихо, я помню, как молодой повеса ждет свидания с какой-нибудь развратницей лукавой или дурой им обманутой. Так я весь день минуты жду, когда сойду в подвал мой тайный к верным сундукам. Счастливый день! Могу сегодня я в шестой сундук, сказал, сундук еще не полный. После чего он взял мою руку и подвел меня за руку к стене и сказал: «Пощупайте». Там было какое-то отверстие, он всунул мою руку в стену, и я почувствовал, там было что-то железное. Он сказал: «Там тоже сундук. 17 века он ждет, но вынуть его, к сожалению, нельзя», сказал он, «потому что на нем держатся все балки. Еще пощупайте». Я пощупал. Это был, наверное, прекрасный символ. Он чувствовал себя скупым рыцарем, обладающим вот этим сундуком. А это была просто балка. Это была обычная балка. Но он был поэт. Поэты и существа легкие, крылатые, безумные. И Андрей Белый, который видел луну на Неве, пытался ее зачерпнуть и вынуть, и его держали за пиджак, чтобы он туда не свалился, потому что поэт. Уже когда я уходил, он подарил мне книжку Хлебникова, старое какое-то издание, называлось оно «Зангези». И когда я увидел Хлебникова, я все вспомнил. Я спросил его: «Вы знали Хлебникова?» Он очень, должно быть, улыбался, потому что Хлебников был, в общем-то, его ученик. Это было огромное влияние Городецкого, когда Хлебников входил в литературу. И я начал ему рассказывать о Нострадамусе, об этих... Он сказал: «Это все было. Это называлось «Доски судьбы». И когда-нибудь, — сказал он, — я вам все это покажу». Мне ничего не показал. Увидел я это только после его смерти. Эти бумаги мне показала его дочь. Это были довольно страшные бумаги. Там был дневник художника Митурича по дням о смерти Хлебникова. И несколько писем Городецкого к наркому Луначарскому. Нарком Луначарский – это же символ был долгое время, символ просвещенности. Так оно и было, наверное, потому что после него пришли такие министры, что была права Ольга Бергольц, когда она, послушав одного из них, сказала: «Ленинская свершилась, кухарка стала управлять государством». И он так и оставался этим символом. Был даже очень забавный эпизод, когда один из министров кухарок пришел к скульптору и, разбирая его скульптуру, спросил: «А чего это у ней рот раскрыт? Кого это она зовет?» И тот гордо ответил: «Она зовет Луначарского, но не придет». Вот письма этого человека там были на столе. Это было удивительное время. Сейчас оно мало понятно, наверное, время после революции октябрьской. Так же, как мало понятно, почему и Хлебников, и все они с таким восторгом ее тогда приняли. Вот сейчас, когда уже мы немножко начинаем понимать, что такое власть денег, мы можем понять, что такое было для них освобождение от власти денег, переход в безбытность вот этих людей мечтаний. Хлебников писал: «Краюха хлеба, капля молока, а вместо соли небо и облака». Этого ему действительно было достаточно, потому что главное была свобода для поэзии.
И он упражнялся, он жонглировал этими рифмами, он жонглировал ритмами, он создавал эту новую поэзию. И еще главное, они ощущали себя, вот у него был этот термин, дворяне и творяне. Они чувствовали себя дворцами, даже более того, опасней. Они чувствовали себя боголюдьми. Бог вместе с официальной церковью был низринут. Образовалось такое свободное небо. Они еще не знали, что оно пустое. И Татлин, когда будет проектировать Коминтерн, он будет мечтать построить его в виде вот этой Вавилонской башни, по которой люди забирались на небо, за что Господь и разделил языки. И Хлебников, ощущая себя Бога-человеком, вот этот нищий человек-дитя, он действительно так ощущал, он решил соединить снова эти языки, которые Бог разделил. Он хотел создать всемирный язык. Он назвал себя председателем земного шара. Он был мессия. Вот из учеников поэта Городецкого он шагнул в эту Россию кровью умытую. И там себя хорошо чувствовал, потому что свобода. И дальше вот это продвижение к небу кончилось совсем удивительно. Он решил проникнуть в его тайну. Он решил проникнуть в часы человечества. Он решил проникнуть в тайну строителя Вселенной. И в Баку, вот в этом раскаленном Баку, он ощущал себя часовщиком истории. Ему казалось, что он ходит по отмели, где разбросаны эти отбросы, исторические факты. И все это он погружал в формулы. «Не надо слов», — говорил он. «Слова молчат. Мне отмщение ас воздам. Какая страшная формула! А я ее заключил в числа, 2 в степени n. Теперь вся история человечества лежала перед ним в виде гор из этих двоек и троек, над которыми парила хищная птица степень. И вот так целые дни он сидел и погружал себя в эти формулы. Это называлось доски судьбы. И вот от этой, с этой сосредоточенной мыслью, одержимой этой мыслью, он медленно сходил с ума. Он вернулся в Москву, надорванный и оборванный, как сказал Маяковский. Он болел, его поместили в больницу, а потом Митурич, вот этот художник, взял его, чтобы он отдохнул у него в деревне Санталово. И здесь и все случилось. Вот этот борец с вечностью. У него был паралич, он лишился ног. И дальше шла эта драма в 3 письмах и 1 дневнике. И первое письмо Митурича было Городецкому о том, что у него вот здесь в больнице умирает поэт Хлебников. Ему нужна скорая, но очень скромная помощь. Там были какие-то жалкие деньги, и нужен был катетер для мочи, потому что поэты – люди. И дальше было другое письмо просвещеннейшему наркому Луначарскому от Городецкого. Он писал о поэте Хлебников. И нарком ответил ему, что он благодарит поэта Городецкого за то, что он послал помощь Хлебникову. Что же касается помощи от Народного комиссариата просвещения, то он должен сказать, что представлять себе этот Народный комиссариат в виде кассы, куда может любой запускать свою руку для помощи тому или иному замечательному лицу, это в высшей степени неправильно. Что нужно сначала, оказывается, решение коллегии, а потом и дальше шло много решений, которые должны были быть, пока умирал этот человек. А потом шел опять дневник Митурича, где было сказано, что началась гангрена, и поэта, который продолжал думать и витать в этих великих формулах, надо забрать домой, а забрать не на чем. Но тогда нарком помог, там есть телефонограмма Луначарского, где он просит помочь транспортировать поэта для того, чтобы он мог жить, точнее, умереть у своих родственников. И это было сделано, то бишь транспортировка была разрешена.
Губосполком дал лошадь. Как это у Хлебникова сказано, кони, умирая, дышат. И этот финал записи Митурича. Видел образы в цветах, летал, говорил на другие планеты. Речь бессвязная. 28 числа этот богоборец, этот великий поэт умер. После него остались вот эти доски судьбы, эти странные формулы, это бесконечное количество цифр и множество стихов, которые, по словам Маяковского, были стихи для поэтов, или, как он говорил, для производителей, потому что это были каркасы чего-то, будто кто-то отнял у него вот эту возможность связно сказать многое. 28 июня 22 года, записал Митурич, поэт Хлебников умер. Его похоронили на погосте, и на гробе этого нищего поэта написали: председатель земного шара. За год до Хлебникова умер еще один поэт, великий поэт, Александр Блок. Он тоже принял революцию. Более того, он ее, в общем-то, и ждал, как и, предположим, Андрей Белый. У Андрея Белого есть несколько удивительных слов до революции. Он беседовал с социалистом Валентиновым и говорил о том, что марксизм, он сродни апокалипсису, и что это будет не просто политическая революция, это будет духовная революция, что будет создан некий особый мир, так семя, как писал другой поэт, чтобы прорасти, должно истлеть, истлей Россия, и царством духа расцвети. Это было вот то же, что было у декабристов, покаяться, отдать. У Блока была запись: сидел над письмом Клюева, все понимаю, надо отдать книги, деньги, одежду, смокинги, но не хочу, не могу. И это любимое ими тютчевское стихотворение. Эти бедные селения, это скудная природа, край родной долготерпения, край ты русского народа, удрученный ношей крестной, всю тебя, земля родная, в рабском виде, царь небесный, исходил, благословляя. Это было до революции. А теперь революция все отняла. Вопрос был снят. Безбытность, радость, ожидание вот этого, как переплавится этот мир. Они были поэты. В это время прозаик Бунин, который уже в дни февральской революции, посмотрев вокруг, записал слова человека с улицы, как скот без пастуха. Теперь все вокруг потопчут, а потом сами себя и убьют. Но они, повторяю, были поэты. И поэтому, когда он будет писать 12, он и написал это. В белом венчике из роз, впереди Иисус Христос, впереди вот этих... тех, кто революционный держит шаг, кто идут реквизировать, бороться, стрелять. Ну а дальше, все стало очень быстро для него, по-моему, ясно. А потом дальше он увидел этот мир. Он увидел, что вместо облаков этот кровавый смрад. И он записывает очень быстро после 12. Страшная мысль последних дней, не то что красногвардейцы недостойны идти с Иисусом, а то, что именно с ними идет Иисус, а надо, чтобы шел другой. Другой – это Антихрист. Но он будет гнать от себя эту мысль. Там будет снова запись, что церковь не понимает, что красногвардейцы, что секты, она... но не может ничего, и уже пишет о слякотном параличе мысли, который у него наступает. Пишет, просит все продать, уехать,
к солнцу, к югу. В письме еще страшнее напишет: «Эта гугнивая матушка Россия съела все-таки своего поросенка». Это про себя. Потому что с момента 12 он начинает умирать. И зря он обвиняет матушку Россию. Это он себя сжирает. Потому что нормальный человек может перепутать, принять Христа за антихриста и понять это. А поэт Блок не может. После этого поэт Блок умирает. И он, кто-то сказал очень точно, что 12 это была болезнь, после которой он умер, как для других сердце или болезнь легких. Этот мир, новый мир, становится для него все яснее и яснее. Вот уже запретили частные издательства, он пишет, они хотят этих вольных лебедей мысли превратить в общипанную курицу дохлую. Они хотят сделать все всеобщим. Как говорил Гейне, этот индивидуальный дух заменить духом общим, а это не конец. Заменят. Он уже почувствовал узду и пишет: «Черный день». Так будет называться мой следующий сборник. Но он поэт. Вот эти русские поэты, вот это пушкинское, через боль, через страдания, все равно понять, что там есть какой-то Божий замысел, что через страдания что-то произойдет, что выйдет солнце. И Ахматова пишет: все расхищено, предано, продано. Черной смерти мелькало крыло. Все голодной тоскою изглодано. Отчего же нам стало светло? И вот у него тоже. Он сумел, уже умирая, приподняться. Приподняться. И есть два, наверное, вот этих великих его творения последних. Это «Пушкинская речь» и стихотворение последнее, великое, Пушкинскому дому. Пушкинская речь величественна, и это его завещание. Он говорил там о черни, говоря, что это не народ, это вечная российская чернь, бюрократия. Он говорил, что они хотят заставить нас, поэтов, жить так же, как живут они, жить этим внешним миром. Не будет. И он заговорил о тайной свободе. Тайная свобода – это пушкинская строка. И он говорил, что тайная свобода – это не свобода либеральничать. Это вот и есть покой и воля. Это творческая свобода, без которой художник умирает. И он продолжил все это в этих стихах. Пушкин. Тайную свободу пели мы во след тебе. Дай нам руку в непогоду, помоги в немой борьбе. Не твоих ли звуков сладость окрыляла в те года? Не твоя ли, Пушкин, радость помогала нам тогда? Вот зачем такой знакомый и родной для сердца звук имя Пушкинского дома Академии наук. Вот зачем в часы заката, уходя в ночную тьму, с белой площади Сената низко кланяюсь ему. Его надо было выпустить за границу. Ходили, хлопотали. Была эта история, которая 70 лет потом будет вечная. Не разрешали, потом сделали вид, что разрешили, потом разрешили дать паспорт, потом сказали, что потеряли анкеты 5 числа. 7-го анкета ему была не нужна. Он лежал, изменившийся до неузнаваемости. Это прекрасное лицо, его лицо, которое было олицетворением поэзии. Эти вместо этого ввалившиеся щеки, эти поредевшие волосы, эти страшные круги под глазами. Он завещал вот эту загадку.
тайной свободы. Смысл этого понятия будет все время расширяться и расширяться. И он завещал эту традицию немой борьбы. И еще он передал эстафету, страшную эстафету смерти, которую тут же подхватил другой знаменитый поэт. Во время похорон Блока на кладбище говорили о том, что арестован Николай Степанович Гумилев. И там же решили идти в ЧК и просить за него. И пошли.